Всем привет! Я Ирина Терновая, со мной Влад Зубков. Всем привет! Мы находимся в спортклубе «Жимстайл». Сегодня на повестке дня становая тяга. Становая тяга – базовое упражнение. Входит в силовое троеборье и является самостоятельной дисциплиной пауэрлифтинга. Чем хорошо становая тяга? Становая тяга нагружает абсолютно весь мышечный массив спины, загружает ноги, переднюю часть бедра, заднюю часть бедра. Ягодичные мышцы, плечи, пресс, работает абсолютно все тело. Поэтому становую тягу очень важно выполнять как в программе жиросжигания, так и в программе наращивания мышечной массы. Просто будут различные варианты повторений и подходов. Сейчас мы в первой части покажем вам технику выполнения этого упражнения, два варианта выполнения, классический и сумо. И во второй части мы вам расскажем вспомогательные упражнения, которые способствуют улучшению показателей в этом движении. Поехали. Необходимо прежде всего обеспечить безопасность поясницы, одеть ремень. Есть два варианта выполнения становой тяги. Это первый вариант, классический. Ноги на ширине плеч, либо чуть уже, как вам будет удобно. Подходите максимально близко к голенью, упираетесь в гриф штанги. Дальше идет отведение таза назад. Опускаетесь вниз. При этом расположении колени остаются не выведенными за гриф. Плечи переходят слегка за штангу. Таким образом, у вас гриф штанги проходит под лопатками. Таз опущен и бицепс бедра в напряжении. У вас ощущается натяжение, момент натяжения. Дальше вы максимально упираетесь пятками в пол и делаете разгибание. Поехали. На выдохе. Ставите полностью до касания. Следующее движение начинается как первое. Коснулись и пятками в пол. Наверх делаем выдох. Максимальное напряжение – выдох. Хочу обратить ваше внимание, что когда вы работаете, необходимо одевать замки. Потому что когда вы работаете с блинами, не с пустым грифом, идет разбалансировка блинов и потом смещается пропорциональность нагрузки, которая будет приходиться на вашу спину. В становой тяге работает весь мышечный массив спины. Передняя часть бедра, задняя часть бедра, ягодичная мышца, плечи, руки, пресс в статике. То есть это упражнение максимально эффективно прорабатывает абсолютно все ваше тело. Поэтому становую тягу необходимо выполнять. Какие вы бы задачи ни ставили, то ли вы работаете на жиросжигание, то ли вы хотите нарастить мышечную массу, включайте в свои программы становую тягу. Но правильно выполняйте технику. Для новичков, конечно, у вас будет гриф без блинов. Соответственно, уровень штанги будет ниже. Чтобы не перегружать поясницу, необходимо поставить подставки. То есть вместо блинов мы берем подставочки. Ребята, которые начинают работать со становой тягой, начинайте с пустого грифа, ставьте себе подставочки, либо накладывайте блинчиков несколько, чтобы вы могли хорошо вплотную подойти и не до конца. Вот, опускаемся, чтобы вам было удобно. Не в самый низ вы уходили, присядь, чтобы не перегружать поясницу. Соблюдайте правильно углы, и тогда ваша безопасность и здоровье обеспечено. Голову держите прямо. Мы показали вам и рассказали технику выполнения, варианты выполнения. И в следующей программе смотрите вторую часть. Это будет уже упражнение, которое способствует улучшению показаний и снивелированию проблемных зон становой тяги. Все, пока!